меня денег нет, вот последнее пиво допиваем. Все, ноль копеек. Пачка сигарет, полторашку пива взял. Думаю, чтоб медь разобрать. Ну, Таша, вы не беспокойтесь, сегодня нет у меня. Но завтра у меня уже точно без проблем. Это 500 рублей. Уже в кармане они. Завтра они у меня уже 500 уже. Все, в кармане будут. Не беспокойтесь, Таша. Они уже у меня завтра с утра в кармане будут. Эти деньги, 500 рублей. Ну, 500 рублей я уже постараюсь их не тратить. Все, уже сейчас разум. Все, теперь уже буду копить. Все. Сейчас, короче, сейчас начали мусор все вывалить, все очищать. Сейчас город чистят, все чистят, вычищают. Да и я сам тоже вычищаю все тоже на... Город чистит, и я чищу тоже на... И, короче, вот так взаимность у нас получается. Да и государству тоже прибыль даю, тоже. Меди же надо, алюминий надо, железо надо, государство, все надо. Так что я тоже, короче, не без дела, работаю. Даже у нас, ну это я про себя равняю. Ну, есть другие люди там. Деньги же все равно же я вот эти отдаю государству, что вот сдал алюминий, брон, медь, железо, вот это. Вы думаете, что я там понемножку сдаю? Не, я очень помного. Железо навалом. Вози, хоть каждый день по 50 килограммов вози. Его вот так железо, прорва его железо навалом. Всем лень. Все хотят, ну, дешевый труд. И как сказать, ну, задарма, короче, вот эти, особенно бомжи вот эти. Они бомжи, вот лишь бы за счет кого-то выпить, попросить у кого-то что-то. Они так... Мне эти бомжи вообще не нравятся, я про них, ну их на. А я вот тружусь каждый день, главное трудись, всего навалом есть, собирай. Они деньги вон, валяются. Я иногда вот людям говорю вот так, валяются деньги. Где они? Да ну, где они валяются? Я их не вижу. Так он, да этот человек слепой, он никогда не увидит в жизни. Он же видит, ему... Надо такие денежки, чтобы ему, вот я говорю, на блюдечке принесли вот так. И вот тогда вот это, вот такие у нас. У нас большинство вот такие люди. Так собирай, не везде деньги. Я вон велосипед купил. Да можно купить хрен, он знает, что уже знает. И мотоцикл, и все на свете, и машину можно купить. Только трудись, и все. Все вот так в этом мире.